Друзья, я приветствую вас. Сегодня у нас третья часть по системе голосования. Продолжим делать эту систему. Напомню, в предыдущей части мы остановились на том, что нужно было вот эти вот сущности, которые мы создали, запихнуть в базу данных. Но прежде чем начать, напомню вам, что мы делаем. Итак, это будет система голосования, которая, в общем-то, ничего не умеет делать, кроме того, что в процессе ее создания я хочу показать, как модифицировать проект, изменять его, добавлять компоненты, проекты, рефакторить, приводить к одному виду, к другому виду. То есть хочу показать не как делать систему голосования, а непосредственно, что нужно делать, чтобы система голосования получилась. Ну вот как-то так. Ну, напоминаю вам, что да, вы и так все сами прекрасно знаете. Переключаемся в Visual Studio и продолжим. Итак, для начала давайте запустим приложение, оно рабочее, мы видим здесь какие-то голоса, какое-то голосование. У нас есть уже Application DB Context, напоминаю, что мы складываем его в in-memory, то есть в память. И потом мы будем уже вкладывать его в реальный уже, например, SQL сервер. Какой-нибудь, наверное, будет это MS SQL. Так, ну давайте для начала наведем порядок, я порядок люблю, порядок в коде, порядок в голове. Так, ну для начала давайте переключимся вот сюда, где он, вот он этот файл, и здесь у нас есть пол, который мы создали, у него есть голосование, мы хотим поместить в базу данных, для этого я буду использовать такую конструкцию, using, ну в общем-то, нет, мне не то подсказала система, смотрите, я могу написать var, пусть это будет context, new, application db context, нет, application db context, да что такое? Application DB контекст. Вот он. Вот. И теперь я могу вот этот самый контекст запихнуть, допустим, в пол. Как раз вот этот самый addPol. Собственно говоря, мне не нужно добавлять отдельно ответы, ансверы, потому что они уже лежат в пол, и внутри него там все уже само собой добавится, антипроворк умеет это делать. Но сейчас это не будет работать, потому что, во-первых, у нас нет подключения, давайте запущу, покажу. Да, Node Database Provide Configuration, давайте сделаем конфигурацию, напоминаю, что мы в режиме памяти работаем, для этого достаточно сделать override, on configuring. Вот он конфигурен, и здесь, допустим, так, давайте сначала установим систему. Option Builder, здесь напишем Using In-Memory Database, он, естественно, как я говорил, после установки пакета, in, допустим, Memory, я вот так вот обычно делаю. И теперь запустим еще раз. Это тоже не должно работать. И, собственно говоря, вот почему. Вы наверняка слышали, что есть такое понятие, как DDD, Rich Model, Anemic Model, ну, Domain Model, соответственно. И вот, когда мы вот начали делать так, как это бы должно было бы работать в DDD, то есть вот это, в Rich Domain Model, я сейчас остановлю и покажу. То есть, когда у нас есть сущность, у нее есть какие-то поведения, вот в данном случае, у нее есть какие-то закрытые штуки, которые, например, нет открытого конструктора, по умолчанию мы его закрываем. И отсюда начинаются проблемы, потому что нужно решать и понимать, что все, что мы хотим положить в базу данных, оно так или иначе должно подчиняться правилам формирования этой самой базы данных. И, в общем-то, это один из ответов на то, почему Anemic Domain Model, она как бы очень сильно распространена, гораздо сильнее, чем Rich Domain Model, потому что вот почему вы сейчас это увидели. Итак, давайте еще раз запущу, покажу, какую ошибку мы видим. No suitable constructor was found, то есть нам система говорит, что у нас answer, ну, в общем, давайте это сделаем, чтобы заработало, но, тем не менее, я не люблю использовать Rich Domain Model, только в редких частях, только для тех сущностей, которые, ну, в основном в базу данных никогда не попадают. Ну и так, для начала, у нас нужно, чтобы, ну, на самом деле, надо сказать, что AntiFramework далеко шагнул вперед и теперь понимает и умеет работать с тем, что называется, сложные модели или там комплексные типы, или когда нету backend fields, или, ну, в общем, здесь что мне нужно сделать? Мне нужно поставить либо init, ну, по-модному, да, то есть она инициализируется из конструктора, и давайте в пол переключимся, здесь поставим. Так, у нас есть question text, да, она совпадает с названием answer, да, но здесь мне нужно тогда сделать тоже init,
по-модному, собственно говоря. И здесь то же самое. Ну и это тоже не сработает. Сейчас покажу почему. Смотрите, у нас answers. Ну давайте тогда вот таким вот образом я покажу. Давайте оперировать фактами, да? Entity types with constructors. Вот. Смотрите, есть такая штука. Так, давайте найдем описание в MSDN, где-то прям, ну, MSDN, наверное, ну теперь. Вот, давайте вот здесь посмотрим. Ну, типа сущности с конструкторами. Так, я не ориентируюсь на русском. Давайте покажу. Смотрите, Entity Framework очень мощная система, но она не может работать прям всегда и прям совсем, поэтому нужно понимать, что она может, что она нет. Смотрите, у нас в данном примере есть блок, который, собственно говоря, имеет набор постов. И если мы в конструктор пропихиваем пачку постов, так же, как я это делаю, например, для пола, то система работать не будет. И, в общем-то, вот почему это, собственно говоря, приключается. Смотрите, вот практически русским по белому написано, что Entity Framework не может устанавливать свойства навигации через конструктор, а я как раз, собственно говоря, этим и занимаюсь. Да, вот в данном моменте, где у нас находится пол, вот он у нас пол, я сюда как раз свойство навигации, это answers, прокидываю в конструктор, и это работать не будет. И, в общем-то, это одна из причин, почему anemic domain module, она проще, потому что, чтобы она заработала region domain, нужно хреначить до большего количества кода. Ну, в данном случае, давайте я покажу, как это исправить. Для этого нужно сделать какой-нибудь приватный конструктор, который будет, давайте вот так вот сделаем, private пол, мне нужно отсюда вынести answers, вот таким вот образом. А здесь сказать, чтобы я использовал конструктор по умолчанию, туда прокинуть question текст, и теперь давайте запустим эту штуку. Ну вот, где она? Уже все запустилось, что ли? Да, ну то есть вот система заработала. Давайте я поставлю breakpoint, наверное, покажу, что это действительно теперь работает. Ну, вот у нас пол, вот теперь у нас есть контекст. А, ну мы здесь его контекст потеряли. Давайте я вот здесь поставлю breakpoint. Давайте сделаем вот так. Я сейчас вот эту штуку скопирую, вызовем заново другой уже контекст и скажем, что мы хотим for each, for each, вот, например, контекст, что у нас здесь? Давайте все ответы вызовем, потому что, ну, чтобы доказать, что они вместе с полом провалились туда вовнутрь. И я сделал так вот: консоли write answer, ну пусть будет. Ну, пусть будет, что там, title, да? Ну, и, в общем-то, вот здесь вот я тогда поставлю брядку. Даже вот здесь, чтобы обратиться к контексту, запущу. Вот он наш контекст. Он еще не задиспоузен. Вот наш пол. А, ну да, save change-то не сделал. Ну что ж, как обычно. Просто руха бывает порнуха. Давайте сделаем контекст. Save change. Ну, зато вы теперь знаете, что если вы что-то положили в базу, это нужно еще и сохранить. Так, смотрим, у нас есть контекст, у нас есть пол, у нас есть контекст, у нас есть пол, да, вот он. И у этого пол есть ансеры, их вот сколько. И, в общем-то, все понятно, что это теперь работает. Ну, в общем, я не хотел это показывать. Ну ладно, пусть будет. Теперь вы понимаете, что anemic domain model, ну то есть не все йогурты одинаково полезны, надо, в общем-то, понимать, что с чем. В концепции DDD этот подход еще более сложный, потому что там должны другие объекты, агрегации, в общем-то, value object, ну, в общем, там все сложнее. Поэтому да, с anemic проще, поэтому она, в общем-то, и распространена. Ну, следующим этапом я полагаю, что нужно уже создать проект, который, ну, например, будет веб-пейдж. Консольное приложение мне больше не нужно. Логика теоретически отлажена, но это не значит, что она в конечном варианте. Ну и давайте, наверное, собственно говоря, это и сделаем. Потому что нам нужны будут миграции, базы данных, нужно строку подключения. И здесь уже половина реализована вот как раз в этом ASP.NET
проекте, который называется WebPage. Давайте его и создадим. Так, ну вот Blazor WebApp. Нет, давайте я покажу другой вариант. Я пойду по пути. Смотрите, есть два варианта. Создать Blazor Application, а тогда все придется писать на Blazor. И второй вариант, когда у вас уже есть ASP.NET Core приложение, ну, например, Razor Page. Вот он. И, собственно говоря, вы в него можете интегрировать вот какой-нибудь блейзеровский компонент. Это как бы ближе к реальности, потому что ASP.NET Core приложений, которые на Razor Page написаны, гораздо больше, чем новых проектов, написанных на Razor. Вот из этих соображений я пойду по пути вот этому. Давайте здесь напишем namespace колобонга. Ой, pooling system. Как обычно, название namespace, и здесь напишем, ну, допустим, веб, да, ну, вот как-то вот так. Так, здесь мне нужно что? Мне нужно Net 6. Ну, в общем-то, давайте нажмем, создадим проект. Вот он практически создался. Давайте закроем все. И смотрите, у меня есть веб-приложение. Давайте я сразу настрою все зависимости. Для этого нужно добавить ссылку на application и сделать его, собственно говоря, стартовым. Смотрите, вот консольные приложения, я обычно их удаляю, но в данном варианте их пока его оставлю, чтобы те, кто будут смотреть видео, возьмут его с гита, чтобы она тоже. То есть оно пусть валяется, но для тестов еще нам пригодится. Хотя теперь уже можно тесты делать или здесь, или в юнит-тестах. Но что нам для начала нужно? Для начала нужно определиться, что у нас есть конфигурация. Мы ее уже сделали в прошлый раз. Вот и проценты. Здесь есть пол, здесь есть тоже все установлено. И, соответственно, раз у нас есть, собственно говоря, настройки моделей, сами модели, у нас нужно теперь сделать удаление in-memory и установить, собственно говоря, как раз MS SQL. Ну и для этого я сейчас перехожу в NuGet Package, переходим в установленный in-memory, удаляем, и, соответственно, anti-framework нужно поставить. Ну, я буду использовать SQL, у меня в докере валяется. О, смотрите, апдейты появились. Давайте установим апдейты, которые, в общем-то, я настоятельно рекомендую устанавливать, потому что они больше приносят добра, чем наоборот. Хотя бывает, кстати, по-разному. И таким образом что-то не установилось. Давайте еще установим. Так бывает, что некоторые пакеты сначала требуют установки, потом разрешают устанавливать другие. И все, здесь нету. Давайте еще раз anti-framework. Здесь у нас MS SQL сервер. Установим его. Ну и теперь у меня есть провайдер для подключения к MS SQL серверу. И, соответственно, мне нужно его настроить. Но давайте сделаем таким образом. Я отсюда уберу эту конфигурацию, потому что она нужна для этого, ну, то есть для memory режима. И сейчас переключимся вот сюда. Так, вот где он не попал. Ну, для начала я хочу по образу и подобию удалить вот эти вот настройки для ИИСа. В общем, я уже давно его не использую, не знаю, как вы. Кстати, можете написать в комментариях, используете вы его или нет. Ну и я вот это вот название длинное заменю просто на вот такое. Итак, давайте для начала запустим его, посмотрим, что у нас пока все работает. Сейчас будем все ломать. А вот и не работает. А где? Так, где у нас стоп-то? Вот стоп. Еще раз запустим. Да, вот все работает, а теперь будем сюда прикрепливать вот этот самый anti-framework. Так, друзья, давайте переключимся. Ага, смотрите. Ну, я создал новый проект, соответственно, здесь в программ CS все, что нужно для него старта, но по мере нарастания функционала сюда придется докидывать всякое разное количество строчек кода и для регистрации сервисов, и для управления приложением, то есть application, всякие разные экстеншены подключать и все такое. Давайте я вам покажу, что я буду делать в следующей серии.
У меня есть микросервис template, в котором есть minimal API приложение, например, вот Identity Server. И, собственно говоря, все сводится к тому, что у меня есть такое понятие, как definition, и они лежат каждой в своей папке. Например, есть вот mapping. Здесь мы подключаем mapping definition. То есть в одном, собственно говоря, файле мы имеем возможность подключить, например, автомаппер, и здесь вот его скомпилировать. И таким образом работают все вот эти definition, ну, например, definition, который называется seed. Data seeding, и здесь вот есть такой вот definition, который подключает seed. Таким образом получается, что вот эти definition, раскиданные по папкам, их можно копировать из проекта в проект. Это на самом деле очень просто и легко делать. Например, вот подключение unit of work, definition, который просто подключает unit of work. А собираются они все непосредственно в одном файле, вот через вот такую штуку, которая, ну, давайте вот так вот я нажму, вот. То есть вот мы подключаем все definition, вот подключаем микросервис, и вот их юзаем, да, как-то используем. То есть очень все просто, и то есть я хотел бы вот такой вариант предложить вам, и это буду делать в следующем видео, может быть, даже сделаю специальный Nugget пакет, который позволит это использовать. Ну, в общем, напишите в комментарии, если такой пакет нужен, то я его сделаю. И в следующем проекте, в смысле, в следующем видео в этот проект добавим такое понятие, как application definition, чтобы можно было управлять вот этими вот конфигурациями проекта, ну и в общем, чтобы все в кучу не пихать. Ну а потом уже будем, собственно говоря, подключать Entity Framework и запускать его в реальную уже работу с реальной базой данных. Ну вот, а на сегодня, наверное, все. Вам всего хорошего и пишите правильный код.